Эрик, скажи. Ой. Да что ж такое? Юшка, повесь тебя повыше. О, закину-ка я его. Нет, нет, высоко не надо кидать. Вот так вот плашмя его. Илюшка, мне нужна твоя помощь. Смотри, чтобы она случайно не взяла его, потому что там эти липучки, они очень слабенькие, и она может их оторвать, сама того не желая. Повыше, повыше вот туда прилепи, на самый верх, чтобы он подольше опускался, чтобы она его смотрела, но не могла достать. Да, спусти его, отпусти, не старайся прилепить каждого. Он сам поползет. Ой, попал. Да, попа, он друг с другом слепляется. Но его не надо только валять по полу, а то вот эти липкие шарики, они перестанут липнуть, если его много валять по полу. А мы нашли бутылочку. Ой, какие молодцы. Это Настя нашла бутылочку. Сама. Как, да? Настя? А да. Где же она ее нашла? А никто не знает. Никто не знает, она никому не сказала. Илюшка, Илюшка, давай, стой на страже. А сколько он стоил? Неважно. Ну, поправь. Он не должен накрепко слепляться, он так, немножко. Карандаш у Насти. Не надо, не надо. Он сам справится. Вау! Настя! Но она тут ни при чем. Она его, по-моему, сломала. Она его сломала! Так она-то здесь при чем? Ну зачем ты рвешь? Зачем ты рвешь? Я его сломала. Зачем ты рвешь-то, Илюшка?